Вручить повестку могут сотрудники военкоматов, МВД и Росгвардии, работодатель или преподаватель по месту учебы, работники органов местного самоуправления, но только если в муниципальном образовании нет военкомата. Не допускается рассылка повесток заказными письмами или через портал госуслуг. Нельзя передавать повестку через родителей, родственников или друзей. В период частичной мобилизации повестка должна вручаться только при личном контакте и под подпись лица, которому была предназначена. Что касается денежного довольствия, то для его зачисления мобилизованному оформляется карта платежной системы МИР уже по прибытию гражданина в воинскую часть. Это делают только три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.